Я никогда еще так сильно не любила. Бесплатно покрашу на свой канал. Еще и засниму. Да и новая коллекция выпустила. Слушай, а ничего, кстати, сколько стоит? Так, Виталя приехал. Нет, я не падаю, я ж не маленький ребенок. А вот и детишки наши, красотушки. В Икею надо заехать и в Леруа. Можно поставить вот как ярким акцентом, так и другой стороной. Но она просто сама не ездила сзади. Да я подумала, что там вообще как труп. Привет, мои хорошие, с вами Селена и мама Чули. Мама Чули. Да. Мы продолжаем убирать нашу детскую комнату. Вот здесь вот. Убрали сейчас стол, спрятали. Вы даже не заметите, куда, понимаете? Вы даже не увидите и не заметите, куда. Я не буду вам говорить. Потом расскажу лайфхак, где очень много можно хранить чего-то. Так, здесь, короче, временно я положила все. Здесь у меня будет стеллаж. Я заказала стеллаж в Икее, и его совсем скоро придут. Я думаю, в этом влоге я его обязательно вам покажу. Цветы посмотрите, что сделала моя Милка. Будем все убирать, садить новые, другие. Так, сейчас мы здесь, вот что я хотела сказать. Простынку, которую я брала в Икее, 80 на 2 метра. 26 сантиметров глубиной. Так как вы видите, у меня здесь... Два матраса лежат, и мне хорошо бы, чтобы эти два матраса резиночкой глубиной вот так вот закрыть, чтобы было красиво. Сейчас мы с мамой застелим, посмотрим, будет оно классно или как. Мы уже, видите, комодик тут поставили, но это все временно. Временно, конечно, все, у нас пластик, вот это все, я думаю, уберу в дальнейшем. Слушайте, замечательно получилось все. Борта, ну это сейчас мы прогладим чуть-чуть, и все, отлично, ничего не видно. Круто. Маме нравится, она говорит, я не буду раскладывать, я буду так спать. Да? Конечно, мне глянь. Мне и так вот, смотри, как хорошо. Вот. Классно? Развалиться классно. Есть где? Мне нормально. Не боишься упасть? Тут не высоко тебе? Нет, я не падаю, я ж не маленький ребенок. Здесь больше места, чем на том диване, на котором я спала. Там же узенький, вот так. А тут нормально. Ты довольна, да? Да, по-моему. Еще вот сюда тебе комодик поставим. Слушай, какой? Матрас жесткий, классный, вот такой прям. Я специально для гостей брала. Вот люблю жесткие матрасы. Мне тоже. Я не люблю проваливаться. Супер. Так, переходим к следующим новинкам, которые у меня дома появились. Так, и вот что он у меня появилось еще из новиночек. Это гигант, электрический конвектор, обогреватель, новенький, усовершенствованный. И я его заказала специально для, так как уже у нас холода наступают, специально для моего неутепленного балкона. Сейчас я его открою и покажу вам подробнее. Так, открыла. Первое, что я вижу, ускоренный нагрев за счет рифления панели. Безопасно, можно оставлять без присмотра. Это вообще отлично, 25 лет, увеличенный срок службы. Я вижу ножки, можно его ставить на пол. И я вижу, что его можно еще установить также на стены. А он даже без ножек отлично стоит. Вот, смотрите, он очень узенький, прям такой тоненький, я имею в виду по ширине, вообще места не будет занимать, беленький, все в интерьер моей квартиры, отлично вообще. Вот они ножки, крепление здесь в комплекте, инструкция по эксплуатации тоже в комплекте, гарантия, все дела. По бокам здесь у нас идут регуляторы максимально, минимально. Выключение-включение в силиконовой такой защите находится. Девочки, я его включила, смотрите. Вообще ноль шума. И здесь уже идет тепло. Здесь есть два режима, на которых он может работать. Это 750 Вт и 1500 Вт. Здесь мы можем переключать режимы. Регулировка идет. Вот. На минималочке и на максималке. Давайте на максималке включу сейчас, и мы проверим. Быстро нагревается достаточно, вот уже тепло. Блин, обалденный какой. В общем, для меня большое преимущество, что он не создает шум. Это вообще просто супер. Я смогу на балконе медитировать прекрасно, да. И то, что он воздух. Из него воздух не выходит, он просто вот нагревается, да, а это значит, что никакой пыли он не будет поднимать, особенно в офисных помещениях, это тоже, кстати, удобно, ну и дома тоже хорошо. Короче, мне нравится, честно, он белый, компактный, легкий, устанавливается и на пол, на стену, быстро нагревается, все, тебе вообще никаких заморочек тут серьезных нет, все регулируется просто, мини-макси, включение-выключение, огонь вообще,
Вот такая штучка. Я, девочки, оставлю под видео ссылочку на него. Можно заказать его онлайн. Я брала у нас в Ростове в магазине. Ну, в общем, я думаю, что это сеть магазинов. И вот эту фирму, я думаю, многие знают. Она такая достаточно известная и зарекомендованная. Вот, так что ссылочка будет под видео. Я довольна новым приобретением. Ну что, мои хорошие, я собралась, оделась. Вечер субботы, я собираюсь выйти погулять. Таня ждет меня уже там в кафешечке. Вот, я собралась. Вот так вот я буду выглядеть сегодня. У меня новенькая курточка. Джинсики уже второй раз одеваю, мне очень нравятся. Вот, ну и белые кроссовки сюда. Либо кеды, вот сзади рисуночек такой красивый. Вот, ну вообще на улице жарко, это на всякий случай я взяла. Что-нибудь вам постараюсь подснять. Мама остается с Денечкой. Денечка купается. Мама смотрит экстрасенсов, потом танцы. Но я танцы посмотрю уже потом в приложении. Пошла я отдыхать. Мама, чоли, пока! Кружки мои. Ой, мы с Танечкой встретились. Вот она, Танечка, здоровайся. Привет. Посидели, сейчас поели суши, попили сока, чая, короче, куча всего. И сейчас на ночь глядя, время сейчас 1:30. Мы сейчас едем в Ленту закупаться продуктами. Мама написала, что там у нас закончилось то-то-то-то-то. Я говорю, Танюш, давай сгоняем в Ленту. Она говорит, да, давай, я с удовольствием. Вот, так что у нас такое ночное... Ну, сейчас суббота, выходной день, чё бы не потусить. Все мимо... Я никогда еще так сильно не любила. Все мимо, все мимо. Че там поется? Че там мальчики вокруг? А он мужчина. Все мимо. С кем ты меня хочешь познакомить? Она бежит кому-то. Увидела знакомого, наверное. Давай, Тань, поделись о том, как можно заработать. Короче, караулишь людей, которые оставляют вот так вот свои тачки. Ну, вот тут вот пятачки или червончики. А что у нас там? Пятак, сегодня пятак. Целая пятерка. Что будем покупать на пятерку потом? Кстати, что на пятерку можно купить вообще? Надо еще подкараулить несколько тачек. И, в принципе, можно даже на... Слушай, ну, время 1:30, мы так до утра будем работать с тобой. Не, реально, на 5 рублей что можно купить? Начнем с утра. Смена начинается. Мне кажется, даже спички на 5 рублей не купишь, почему? Да? Почему? Вот надо узнать, кстати. Я думаю, где-то блок спичек, я даже думаю. С тележкой в туалет. Так. Нам туда. Мы вылезем с тележкой? Слушай, ну, вот насчет тележки не знаю. Ее могут забрать, Таня, и 5 рублей. Я боюсь. По очереди будем? По очереди, давай. Давай, я сторожу. Девчонки, смотрите, новая фрутоняня, шарлотка, а вот яблоко, земляника, ежевика с овсяным печеньем. Блин, да я такую кайф попробовала. Да и новая коллекция выпустила. Слушай, они что, кстати, сколько стоят? Идики. Давай посмотрим. И беленькие, глянь, есть. Ну, почти. Серебряненькие. Это Сильвера, сколько да? стоит? 1000 рублей. 999. По карте скидка, да. Да, надо брать. А вот эти вот лоферы тебе как? У тебя очень классный вкус на одежду. Да, я их сразу увидела. Приметила. Трындец. Девочки, знаете, вот лоферы. Лоферы, вот такой план, такой. Так. Надо было тебе еще купить сланцы. А вот еще для кроссовки прикольно. Ну, это, кстати, еще да, можно. Тебе сейчас подошли. Мне, да, кстати, под образ подошли. Даже не скажешь, что они из Ленты. Ну, да. Я вот, например... И, кстати, стоит 899 рублей по карте, а без карты 1400. Круто. Ой. Тань, ты вроде, кстати, хотела это ж покраситься. Может, мы тебе тут в Ленте красочку возьмем? Тут и смывки продаются. Давай. Ну, во-первых, мы возьмем, может, даже и дороже, чем капус, понимаешь? Да? Ну, возможно. Я думаю, все-таки вот свои. Профессиональную лучше? Тёля, волосы, кстати, классные такие, обалдеть. Да? Я сейчас вот трогаю, они прям шелковистые. Но... Вчера их мыла или позавчера? Шелковистые. Ну, они, конечно, тебе уже... жалко их? А, они, конечно, уже не будут такими после окрашивания. Фу, соус. Мне этот сон снился такой жуткий. Какой? Про мои волосы, что я действительно, как ты и шутила, вот так вот тебе стрижка такая пойдет. Я сейчас предвкушение, прям, да? Да, сомневаюсь. Таня же решила в блонд покраситься, и на моем канале она решила, ну, чтобы я ее покрасила.
А сейчас я смотрю, такие... Я еще насложусь, так сказать. Так не покупать краску? Ну, не сегодня. Да не, не здесь, но я профессиональную капус возьму, то что все это так рекламировали мне всегда. Да не, я думаю, что у нас... Ну, я уже на днях собиралась завтра пойти, там пойти краску взять, такое. Так, подожди. Она уже думает. Сейчас, раз, два, я уже наготове. А она такая, может быть, я потрачу свои деньги, значит, на краску, на смывку, на тонировку. Она скажет, я передумала. Ну ничего, я тогда найду. Я клич сделаю, скажу, девочки, кто хочет покраситься, у меня краски есть, кто хочет вывестись из черного в белое, бесплатно покрашу на свой канал. Еще я засниму. Девочки, я вообще не любитель чая, но я нашла какую-то интересную штучку. Зеленый чай в натуральном цитрусе с натуральными цитрусовыми маслами. Короче, они что делают? Вот, мы срезаем крышечку, вытаскиваем мякоть, наполняем чаем, сушим в печке. Вам нужно всыпать чай из цитруса в чайник и все, и залить водичкой. Надо взять. 230 рублей по акции стоит. Попробуем. Смотрите, как у Танюши красиво светится джинсовочка. У нас, кстати, у меня джинсовочка новая, и у нее джинсовочка одинаково кроя. И у меня тоже, кстати, сзади блестит. А ну покажи, покажи, как у меня блестит сзади. Это же они не видят, я же сама себя сзади. Давай. Вау, офигеть, какая ты крутая, Селена. Спасибо. Просто космос. О, машина. У тебя чек выпал, он тебе не нужен, надеюсь? Чек, он тоже мне нужен. Да, но улетел, обещал вернуться. Пойдем. Весело мы в ленту ходим. Давай валить, скорее музыку грустную включили. Да мы с тобой были. Помнишь, в Москве за нами какой-то тип пристебался, и мы дворами уходили на машине. Чего только не было. Помнишь? Не, не помню. Ты там подворотнями давала вообще дёру. Я уже не помню. Не помнишь? А я помню. Как кошмарный сон, помню это. Как холодно, девочки, что-то вообще жуть как холодно. Испортилась погодка. А чё мы на улице? Ой, как тепло было в маске-то. Садись в машину. Ладно, ты всё поставишь, да? Я всё поставлю. Снимай, блин. Чё там, Тань? Побегу я сейчас. А что там? Да трындец там. Человек там человек спит. Спит. Пристегнулась. И в какой-то еще позе не видно. Да короче. Я подумала, что там вообще какой-то труп скинул кто-то, да. Труп, думала, скинул? Да. Он лежит перевернутый такой, ну, в неестественной позе. Ну, ты посмотрела, он дышит? Да, вот, пойди, сделай ему искусственное дыхание. Пойди, пойди, посмотри. Нет. Я подожду. Нет, я просто... Где-нибудь там, поближе к дому. Просто спит парень. Да, мы будем думать вот так. Таня просто так это резко вздохнула. Нет, ну если ты подумала, что там труп, то да. А если просто человек спит, ну как бы то... Да, что дергаться, да? Ну конечно же, что нам дергаться? Да просто, ну спать негде. Мы в своей машине, глянем, как у тебя машина тоже. Ты свою села? Да, ну, блин, я думаю, она бы не завелась по-другому. Ой, блин, холодно, девочка. Кисонька моя. Мяу, мяу, мяу. Время без 15:03. Мы кружу. Ну, а чё? Тусим. Доброе утро, девочки. Вчера в ленте взяла вот такой вот кофе. Единственный, по-моему, был вот с добавлением, с ароматом вот ореха, да? Сейчас вот делаю. У меня уже все в пятнах, блин. Сейчас, короче, сделаю и поделюсь впечатлениями. Что-то я проснуться никак не могу. Я вообще такая дурында сегодня. Кофе. Так, кофе, короче, что-то мне... Я не поняла. Я не поняла. Я вот целую ложку кинула. А обычно кофе, который я в Контакте покупаю, ложку кидаю. Он такой крепкий, аж горьковатый. С ароматом. Ну, прям чувствуется кофе. А эту ложку кинула и вообще не поняла, я кинула ложку или нет. Короче, докинула еще пол ложки своего крепкого. Сейчас пью, короче, не могу понять, на самом деле, что за кофе. Еще я сегодня дурында, нас пригласили на день рождения с Дэнькой, Аленка, представляете? И просто моя садовая голова у меня вылетела, это из головы.
просто вылетело. У меня брат сегодня должен приехать, у него выходной, повесить мне кронштейн, и вот он уже едет. А, и еще ролл-штору там доделать. Представляете? И мне звонит Лена, и я сквозь сон, понимаете, сквозь сон такая беру трубку, и сквозь сон уже понимаю, что, блин, а они просто нас позвали еще рано, к 11 часам. Ну, для меня это рано, потому что я встаю, я еще такая думала, тогда, когда она звонила, думаю, надо так будильник поставить там. Просто вылетело, просто, представляете? Мне так стыдно, неудобно. Но сейчас вот просыпаемся, сейчас брата дождусь, быстро он сделает, тоже с утра любит делать дела. Сделать все, беремся и поедем, но уже не успеем ни на аниматора Денька не повеселиться, ни на батутах не попрыгать. Уже домой приедем к ней. Ну, хоть поздравим. Вообще, буду сейчас извиняться тысячу раз. Так, Виталя приехал. Мы тут вымерли все дружно, в 6 труб дырки, ровно, без этого регулятора ровности. Мы сделали это. Вот. Уже на телек, где у нас телек, вот он. На телек прикрепили уже эти штуки, оказывается, так легко. Вообще здесь вообще прикрутили очень легко. Ну а здесь пришлось сверлом все-таки дырки сделать. Сейчас мы вот эту планочку прикрепим. Вот, и все. И телевизор. Мы собираемся на день рождения Кириллу. Пригласила нас Алена. Беру с собой двоих деток. Первый раз, кстати, да? Первый раз. Алена. Лена, Алена, да, одно и то же. Я, короче, решила вот не выряжаться, просто одену джинсики. Ну вот мы едем. Все пристегнуты, все в детских креслах. Бардак у меня в машине. Едем, в общем, на день рождения. Глаза твои показать? Смотрите, в глаза Настины. А вот и детишки наши, красотушки, кушают пиццу, наггетсы, фри. А мама наша заботливая. Хорошо выглядит. Там сейчас баранина будет меня подчивать. Вот, короче, приехали, кушаем, болтаем. Ну, а теперь, девочки, время тортика. Посмотрите. Алена, по-моему, вообще не хочет, чтобы я это похудела. Такая, на тебе вкусняшечку, дорогая. Две. Подружка. Да, и говорит, я говорю, давай вот одну, которую ты сама делала. Вот этот она сама делала. А вот этот мадам Безе, морковный. Ой, это мячик, попрыгунчик, твой любимый. Я говорю, ну давай, вот покупной не буду, а вот которую ты сама сделала, точно буду. Она говорит, да ты такой не пробовала, понимаете? Как тут отказать? Ладно, придет время, буду худеть. Первый морковный. Ну, вкусный. Но мне кажется, то, что сделала. Ой, какой мягкий, смотрите. Типа медовик. Да, а ну-ка. Мне кажется, вот это сейчас вообще огонь. Я просто умру от счастья. Вот это я понимаю. Обалдеть. Блин, это реально. А Дэня, смотрите. Ленок, кстати, купила вот такую штучку на Алиэкспресс. Я тоже видела такие штуки. Сюда вот можно вот так... Да-да-да, скажи всем привет. Ну, киси, ну да. Идут часть. Да, тикает все. Тучи. Маму снимай. Давай маму снимай. Всем привет! И самый старший подумала. Подумала, да? Подумала. Кися, давай я сниму, у тебя глянь, сколько всего здесь, или ты сам сними? Да. Давай. И ты хочешь поснимать? Ну давай, держи. Викуля пошла снимать, да? Викуля, снимай. Что? Викуля! Я хотела на него. Да, это братик, кстати, мой братик. Вот так вот держи, говори. Это мой братик. Да? А это вот Дэй, а это Настя. Тетя Селену покажи. А это Дэнни. А это кто? А себя поснимай. Себя покажи. Вот это я. Здрасте всем. Все, давай мне теперь. Давай, теперь я.
Короче, вот такая штучка на Алиэкспрессе. Сейчас, подожди, давай я досниму. Вот такая штучка на Алиэкспрессе. Ты за сколько покупала, ты не помнишь? 500 рублей. Смотрите, сколько всего. Да, классно. Разложить, а потом просто вот так вот затянуть штучками и собрать в мешок. Вот, Алене нравится, она говорит, классно, прям классная штука. И найти можно все детальки, в коробке так не найдешь. Вот. Можно даже ссылку оставить, если что, под видео. Я у нее спрошу, где она брала, и ссылку вам оставлю под видео. Дайте, дайте мне, пожалуйста, дайте. Ну что, мы пришли домой. Дэнь, иди, смотри, что Алена подарила. С Кириллом и Свекулей. Что подарили нам? Лего какое-то. Чтоб все в одном месте сказали. Давай. Ну-ка, помоги нам. Дэнь, смотри. Значит, тут детальки у нас одни, вторые. Маленькие, все по цветам. Собирать. А ну на картинке покажи. И главное, коробочка вот есть. А, вот, смотри, тут нарисовано, что будет, да, наверное? Ну да, что можно там собрать. Ух ты, сколько всего. И показывается, как собирать. Класс. Дэнь, ты будешь собирать? Вот это. Кисель будешь? Нет, кисель. Вон кисель пошел. Малина? Тебе вон бабушка кашу сделала, иди ешь кашу. Короче, у нас будут свои коробочки, классно. Будем разбирать. Спасибо, Аленочка. Доброе утро, моя хорошая. А день-то начинается хорошо. Единственное, что до меня не могли дозвониться сначала доставщики IKEA стеллажа, но потом каким-то чудом дозвонилась оператор. И такая говорит, вы ожидаете, ждете? Я говорю, да-да-да, все ждем. Аж вскочила сразу. И сразу вот он буквально через 10 минут привез. Я перезвонила. Я говорю, да. Он такой, мы тут еще разгружаем все у вас. В общем, привезли. Я думала, будет очень много коробок, а тут вот раз и два коробки. Ну, короче, сюда поставили. В принципе, я думаю, здесь, если две коробки всего лишь, я думаю, там быстро собрать. Может, даже и надо было самой попробовать собрать. Честно, не хочется заморачивать. 1000 рублей лучше заплачу. Мне его соберут сейчас. Но это хорошо, это очень радует. Пошли делать кофейку пока. И я уже, значит, сегодня вам покажу, разложу что-нибудь. А может быть сегодня, милочка, мы поедем за новыми красивыми ящиками для Денчики. Что моя такая замушоленная? Мама что не умывала тебя с утра, да? Что моя девочка? Люблю я. Люблю эту кошать. А почему ты маму кусаешь? Это что такое за новость? Ну что, крошечки мои, смотрите, поставили нам. Отлично вообще. Даже телевизор пока можно туда поставить. Мы не стали проделывать дырки. Я думаю, телевизор стоит здесь, вот он маленький, оставить в этой комнате. В общем, пока будет стоять эта штука так, но ее можно вообще в любое место поставить. Вот, сейчас, кстати, коробки некоторые закину туда. Вообще, хочу поехать сегодня в Икею, так как все, видите, до обеда прям нам сделали. Можно уже будет купить под цвет, который я хотела. Под цвет чего только, не знаю. Посмотрю, короче, какие-нибудь ящики красивые. В общем, внизу будут у нас ящики с игрушками, с какими-то там вещами, может быть. Супер. Попыталась сейчас засунуть свою коробку здоровую. Вот эта здоровая не залазит. Это для моих хранений. Сейчас попробую беленькую. Вот, у меня много беленьких таких. Сейчас попробую беленькую сюда засунуть. Так, ну беленький, смотрите, он прям залез впритык, должно быть все без горки здесь лежать. И прям беленький залез, вообще отлично. Но я хочу взять из такого материала, там были, они просто чуть-чуть поменьше размером. Вот я возьму прям под эту штуку. Вот надо будет взять как минимум 8 штук вниз, да. А можно даже и больше взять их. Они по 250 рублей или 280 где-то там. Вот, и заодно еще простынку возьму, мне понравилось. Так что, наверное, сегодня пойдем в Икею и уже буду все потом по коробочкам раскладывать, чтобы было понятно. Там здесь игрушки Денькины лежат, да, здесь там какие-то вещи мои, вот, уберу. Потому что мне еще не нравится, вот у меня гардеробная, да, мне не нравится, что вот здесь стоят вот эти коробки,
как раз-таки, ну, такой доступ, вот раз, два, три, очень удобно. Сумку положить, что-то, да, там, не знаю, какие-то сумки, которые я ношу постоянно. Короче, я вот это хочу освободить, чтобы здесь было что-то такое прям вот в доступности. Потому что открыл, достал, все супер, да? И я думаю, сегодня я наконец-таки все разберу, все коробки, и вот там все разберу, и вот там, и все разложу по коробочкам, у каждого будет свое место. И все. А вот это вот стол, этот уже надо отдать. Это у меня вещи на отдачу тут лежат, в пакетах надо будет положить. И вот уже можно будет задумываться о том, чтобы поменять цветы. Кстати, ну вот знаете, вот этот вот цветок, мило, тут как тут. Вот этот цветок уже все, там она выковырила, она точит об него зубы, еще он оказывается ядовитый, вот этот цветок был вообще, конечно, жесть. А вот этот Бенджамин, да, вот смотрите, сказали, что этот, посмотри какая, что этот цветок, он очень там умирает, в общем, он такой, весь такой, как это сказать, короче, его там поставь куда-нибудь, он начинает листья опадать. В общем, он у нас прижился, видите, нормально. Он даже, вон уже листья даже особо не темнеют. Хотя Мила тут на нем сигает, я уже думала, все. Нет, но он держится, и я думаю, что еще его можно восстановить. Он, по-моему, к нашим переменам уже привык. В общем, посмотрим, что будем делать. Ну, вот туда надо будет пересадить что-нибудь красивое. Деревья какие-то красивые, здоровые. Будем искать. Так, розетки у нас что? А, ну вот, хорошо, что розетки, видите? Не закрыты, я сейчас подвину, и получится вот здесь где-то. И розетки все открыты будут. Короче, классно. Вот это можно прикрепить еще к стене, но пока крепить не будем. Она достаточно, если что, устойчивая здесь. Сейчас я ее поближе туда прикреплю. Главное, чтобы Денька на нее не залазил. Вот. В общем, со временем посмотрим. Крошки мои, блин, не сняла вам, в каком луке я вышла. По дороге разговаривали с Люси. Вот, и что-то выскочила из дома, а я такая в новой уже футболочке, которая мне пришла. И, короче, так все прикольно. Мы едем сейчас, все, мы едем. Сейчас в Икею надо заехать и в Леруа. Хочу еще занавески, я говорила или нет, я уже забыла. Хотела занавески себе бежевые взять. Еще ничего не поела. Время без 10:03, попила две кружки кофе, и мне прям, знаете, тошнит, девочки. И мне надо срочно сейчас прям доехать, чтобы... Сейчас жвачку возьму, потому что реально мне вот надо обмануть организм, типа я ем. Я, ну, потому что вот разговаривала, то все забыла, это не дело. Ну, главное, ребенок не голодный. В любом случае, блинчики он захочет. Любимые блинчики. Вы это видели, девочки? Красавчик, обманщик, да, пойми, это все ерунда. Извините, что ем жвачку, чтобы мне не тошнило просто. Еще мама попросила ролл шторы такие же вот купить, как и у нее. 2 по 50 надо, одна на 60 есть, 2 по 50. Это у меня лишняя была. Вот. И, короче, я вот так, знаете, посмотрела. И думаю, глянь, да у меня уже остались какие-то нюансы буквально, да. Я собираюсь туалет сделать на следующей неделе. Надо на рынок заехать, кстати. Там я и шкаф хочу купить. И там же инсталляцию туалетную купить. И ребята как раз через неделю освобождаются. На следующей неделе они мне в понедельник звонят и делают мне инсталляцию в туалете. Все закладывают, все плиткой. И там уже останется только шкафчик, ну, раковина. Это я посмотрю, я просто не знаю, надо у них спросить. У меня там трубы как-то непонятно выходят. Надо их все-таки скрыть. Либо мы их будем переносить. Но это отдельно я уже покажу. Инсталляция прям в туалете. Отдельно сниму туалет. Вот, шкаф я все в ванну хочу. А мелочи остались. Знаете, полочки и шкаф в ванну. Инсталляцию в туалет. Полочку наверх, раковину. Да? Ну, то есть такие мелочи остались. В детскую практически все сделала. Практически все сделала. Сейчас ему ничего пока не надо. Ну, вот сейчас детали, да, вот эти уберем все и... Раскинем, раскидаем вещи. В моей спальне тоже все готово. В зале. Ну, в зале, да, нужно будет под телевизор что-то там придумать такое. И, ну, в зале, да, вот эта сторона еще надо оставить. Короче, я так просто взглянула глазом, что по чуть-чуть уже нет таких больших, масштабных, дорогих работ. Это значит, что очень быстро я закончу. Скорее всего, может быть, даже в этом году получится все закончить, кроме балкона единственное, потому что будет, наверное, уже холодно его делать. И я его тогда просто оставлю, один балкон, на весну. Как только будет весна, мы сразу его сделаем хорошо, и все. Эту зиму будем без балкона пока.
И все. Я подумала, гля, мне кажется, что ой, так много еще делать, так много еще делать, да на самом деле ничего. Ну и все, и потом уже я куплю плинтуса, все сделаю аккуратненько, да, там, может, еще стены задекорирую, смотрю, в прихожей варианты есть. Все, год мне понадобился, чтобы сделать ремонт, вот так не получится. Дай, дай ручку, машина едет, машина едет. Дай маме ручку. Ну, пойдем со мной. Аккуратно. Ты такой самостоятельный, что ли, стал? Самостоятельный? Ладно, иди сам. Вот тебе и вот 4 года, все. Ручку не дает. Зайки мои, в общем, смотрите, мне вот понравилась вот эта вот штучка, это вот если захочу яркие краски какие-то сделать, ну, во-первых, не особо сильно маркая, да, это не белая, хотя я белых взяла, вон, чисто белые есть, я взяла чисто белых 4 штуки и взяла вот таких вот 8 штук, их можно поставить вот как ярким акцентом, так и другой стороной, если я хочу более спокойно и не готова к яркости, другой стороной, и получается сочетание будет такое белое с оливковым, ну, я хочу ему в спальню привнести больше таких цветов, просто... смотря что мы будем брать такого цвета. Вот, например, шторы я такого цвета взяла, они мне не зашли. Серенькие зашли. Вот покрывало. Сейчас есть покрывало, но я думаю, поинтереснее какое-то покрывало можно взять такого цвета. В общем, взяла. Вон целая пачка. Данька у меня на машинке, смотрит мультики. Так, в Икее вроде бы все. Сейчас в Леруа поедем. Думала еще взять серый. Тоже серый классный. Вот он вообще не марки, но мне кажется, немножко закошлатится быстро. Он вообще 200 рублей стоит. Ну, нету такого серого, как у меня. Светло-серого, да? Как вот шторы. Под шторы я взяла. А темные я не хочу. Такие страшные темные пятна. Что-то не то. Вот, в горошек тоже как-то не то. Не вот этот бежевый в горошек. Это больше мне, наверное. Не вот этот. Как-то не то. Ну, то поинтереснее. Такое мальчиковое больше. Это тоже ярко слишком. Ну, даже не ярко, у меня просто... Нет, оно было бы нормально, просто у меня цвет немножко оливковый другой я выбирала. Короче, всего они по 279, да? 279 рублей. Короче, набрала. Кстати, вот что еще видела на картинках, что можно сделать вот такие вот шкафчики. При желании, то есть, да, можно убрать эти ящики и оставить вот такие шкафчики, их протирать. С ручками можно что-то придумать тоже аккуратненько. Короче, универсальная вещь. Там не только можно вот так придумать шкафчики, но и которые выезжают вот так. Классно. Короче, я довольна, что купила. Но пока я хочу вот именно с такими штуками пожить. Вот, смотрите, про что я говорила. То есть вот классно. Мне кажется, здесь просто меньше всего можно положить. Это для каких-то мелочевочек, может быть. Вот такое стоит одна, я так понимаю, наверное, 1499. А вот такая стоит 799. Вот так сделать по 799, такие 1500. Так, ну что, мы пришли домой. Вот, вот так, кстати, я выглядела. Ну, сверху еще джинсовочка. Вообще класс, мне нравится эта вот маечка. Кстати, смотрите, вот это, по-моему, я испачкала. Или нет? Или не испачкала? Ну, в цвет помады случайно. А может, кстати, не испачкала как-то. Она не выглядит. Наверное, все-таки это отпечаток от самой этой маечки. В общем, все, взяла, еще зашла в продуктовый, в Икее взяла занавески, в Фаберлик зашла, забрала посылочку свою, и вот куча всего. Вот, сегодня ко мне еще должны прийти девочки, и Таня приехать должна, и Лена позвонила, сказала, приедет с малышкой, вот, так что я хочу сейчас быстренько попробовать подготовить комнату, чуть распихать, рассувать, чтобы прямо она была такая, ну, чистенькая, вот. Ну, расставить уже какие-то игрушки, открыть коробки, вставлять. Видите, у меня здесь вот это вот все надо разобрать быстренько по коробочкам и рассувать сюда, чтобы здесь вот так пространство осталось. Ну, вешалка это останется. Кстати, здесь вещи у меня на отдачу. Может быть, они что-нибудь тут еще посмотрят. Интересненько. Нет, зайчка, этот пылесос отдыхает. Он с падики отдыхает, он устал. Любит этого пылесоса. У нас скоро вообще новый должен быть пылесос, такой робот. Все, успокойся, кисечка. Вот. Кровать эту, кстати, расстелю сегодня. Буду спать на расстеленной кровати, мои гости. Что ты меня толкаешь к пылесосу? Не хочу я к нему идти. А вот эти вот ящики большие, да, я сказала уже. Ну, в общем, они будут сложены до лучших времен. Ты не толкайся, мальчик. Видал? Это что такое? И вот все будут знать, что ты маму обижаешь, да?
Девочки, купила Фаберлик таблетки для посудомоечной машины. Сейчас как раз надо... Вот, я заправила уже машинку. Сейчас я 20 таблеток здесь. Сейчас я буду пробовать, как она. Так, объединяет в себе все функции, эффективно удаляя различные загрязнения, запахи посуды, столовых приборов, стекла, кастрюль, все на свете, передает блеск сияния посуде без следов разводов, вот то, что нужно, предупреждает образование известкового налета, хорошо, предотвращает помутнение стекла, придает блеск, придает сияние столовым приборам, посуде из нержавеющей стали. Так, снимите с таблетки защитную пленку. Так, надо снять. Положите одну таблетку в отсек для таблеток в посудомоечной машине. Выберите соответствующую программу и запустите машину. Все. Сейчас посмотрим, что с таблеточки тут. Так, таблеточки выглядят вот так. Ну, тут видно, да, что нужно освободить ее. Так, в отсек сюда добавляю, закрываю. Мила, ты тоже хочешь искупаться? Так, включаю. Включаю. Режим автомат я всегда делаю. Ну все, закрываю. Еще я в Фаберлик заказала вот такие маленькие. Ну, как бы вытирают. Вот для кухни мне нравится. Бежевенькая. Это все вот в мой цвет, да, интерьер. И я думала, какой еще красивый цвет будет. Вот такой вот, ну, мятный, да, такой голубо-мятный. Тоже, видите, у меня вот стаканчики такие, вазочка такая. Вот, красиво будет смотреться. Вот. Вот такие полотенчики, мы их всегда вешаем вот сюда, вот так вот, да, вот оно будет лучше смотреться, бежевенькое полотенчико, либо сейчас это раскрою, тоже такое же, видите, красиво, оно тоже будет красиво здесь, даже несмотря на то, что оно яркое, ну, какие-то яблоки, яркие акценты, Фаберлик Home, вот, мне нравится качество у них, классное, вот этих вот. Такие маленькие, прям вот для кухни, большие не надо. Ссылка на Фаберлик, кстати, всегда у меня под видео, если я показываю Фаберлик, всегда оставляю ссылку. Артикул, кстати, если кому-то интересно, вот 11610 Фаберлик. Доброе утро, крошечки. У меня в гостях Лена, я уже говорила, не помню. Я, кстати, приготовила рулет, который в видео, не знаю, оно будет, видео не будет, в каком порядке я буду все выкладывать, обалденный рулет, скоро будет. Рецепт от подписчика, который прям просто зачетик, всем рекомендую повторить. Вот, сейчас мы собираемся, сейчас 1:30 собираемся, мне надо на почту сходить, мне нужно там распечатать договор один. В общем, может быть, сходим в торговый центр, краску там купить для Тани. Ну, короче, погуляем, потусим. В общем, выйдем на улицу, посмотрим, что за погода у нас как. Мы сели в машину, вот, и в первый раз с нами едет Маша. Нравится тебе, Маш? Лена говорит, что она первый раз едет, во-первых, сзади сама, во-вторых, вообще на какой-либо чужой машине, да? Не, она ездила с дедом, с бабой там, но она просто сама не ездила сзади. Вот, и, короче, посмотрим сейчас. Вот и я такую ответственность как бы беру на себя, вывожу. Вот, ну я-то ездила уже, я уже и Настю брала самостоятельно. И вообще классно, все замечательно. Я не лихачу на дороге, аккуратно езжу. Вот. Так что все, сейчас мы будем делать дела. Отправлять посылку с магазина, вон там она лежит, у меня посылочка с магазина. Вот, и потом еще, может, куда заедем, посмотрим. Но Машенька, скорее всего, сейчас уснет. Данька у меня не засыпает, Маша днем спит еще, она, возможно, уснет. И я тогда буду бегать, и ты будешь тут сидеть с ней в машине. Все, поехали. Так, пришли домой, смотрите, зашла в магазин, короче, там по дороге был. И там был вот такой вот коврик, который стоил, блин, 49 рублей, по-моему. И он, написано было, антискользяшка. Я взяла один. Можно, я думала несколько взять, сейчас посмотрим, будет скользить у меня или нет, вот с таким ковриком. Я его посередине сейчас попробую положить. Короче, смотрите, вот я его положила вот так вот, да, посередине. И вот, например, если я трогаю здесь, да, то он реально не скользит. Но если я трогаю здесь, то оно скользит, и скользит все вместе. Это, наверное, надо мне еще один коврик взять, да? То есть, если Денька прыгнет вот сюда, то по нему прям не скользит, да. А прыгнет сюда... Это чуть-чуть соскальзывает. Короче, две штуки надо мне, походу, было купить. Ну, я как чувствовала. Но я думаю, проверю, а вдруг не работает. Так что вторую штуку возьму, и получится дешевле, дешевле, чем в Икее. Сколько посылочек всяких разных видели. Вообще, Фикспрайс, посылка. Так, а из того, что я купила сегодня, это я купила пергаментную бумагу, потому что я выпекала как раз, ну, к своей новой рубрике, вот это, да, выпекать буду частенько. Пергамент очень, ну, прям вообще мне нравится, что не нужно отковыривать ниоткуда-то, вот, на бумаге.
Тоже вот в этом магазине, кстати, взяла. О, Ваня пришел. Ну и, в общем, смотрите, взяла я краски, короче, для Тани. Окрашивать ее, обесцвечивать, тонировать, порошок, смывка, тоналка. Все вышло на 955 рублей. Здесь нет никакой фруктошки, Зая. На сегодня я, наверное, влог закончу. Вот, жду ваши комментарии, лайки, подписки. И увидимся в следующем видео. Пока-пока!